А просто зараз на сцені шоу «Україна має талант» гурт «Дедукс». На сцені шоу «Україна має талант». Ребят, научно доказано, что многоголосие, я так понимаю, мужское, наверное, все-таки, благоприятно влияет на творческий потенциал человека и благотворно влияет на психику. Вы знали об этом? Теперь да. Может быть, когда-то доводилось видеть терапевтический эффект от вашего шоу? Только что. Слава! Спасибо. На тебе вплинуло? Ты отримала якийсь вплив? Однозначно, терапевтический эффект, можно сказать, на лице. Спасибо, ребят, отличные. Я обожаю этих участников и, честно говоря, ждала их выступления, за них переживала. Справились, фух, еще и взяли, и Депеша, это прекрасно. Сегодня какой-то удачный день, мне кажется. Вам будет непросто, много классных участников, но ваше выступление отличное. Класс. Спасибо. Дякую, дякую. Эктор? Ефект на тебе справили, хлопці? Їх спів. Ефект состоялся в том, что я вспомнил наш кастинг. И я тогда сказал много хороших слов о вашем выступлении. А теперь я немножко расстроен тем, что я так много хорошего о вас сказал. Потому что этого даже было недостаточно. Словами это не выразишь. Вы не хороши. Вы божественны.
И то, как сливаются ваши голоса воедино. Это так стильно. Вы знаете, как артикулировать, как переходить от одного голоса к другому, как передавать голос партнеру. Вы едины. Это ощутимо, это видно. Так что божественное выступление. Отлично. Невероятно хорошо. Невероятно. Эктор, извини, пожалуйста, волшебно. Но они пришли за славой. Дякую. Я щаслива бачити, коли ти в такому гарному настрої. Шановні телеглядачі, якщо вам до вподоби спів гурту «Дедукс», ви можете підтримати хлопців у боротьбі за титул найталановитішого. Зробити це легко. Телефонуйте 0900 102 008 або надсилайте смс із цифрою 08 на короткий номер 7766. Лічені хвилини залишаються до початку голосування, тож будьте особливо уважними. Я бажаю вам успіху сьогодні. Це був гурт «Дедукс».